Третий раз в Иванове проходят рождественские чтения. В стенах филармонии традиционно собираются педагоги, работники учреждений культуры и священнослужители. Основная тема – духовные объединения и воспитание в подрастающем поколении нравственности. В этом году рождественские чтения посвящены 700-летию преподобного Сергия Радонежского. На мероприятии собираются представители светской и духовной власти, чтобы, объединив усилия, разработать действенные меры по укреплению в населении патриотизма и определению вечных ценностей. Православная культура рассматривалась на заседании как основа государственности. Крепкая семья, уважение старшего поколения и памяти предков, патриотизм, знание отечественной истории – это слагаемые прочной государственности и общественного согласия. Поэтому так важна работа каждого из вас, направленная на сохранение традиций, возрождение памяти о национальных героях.